Ах ты, херов призрак. 3 сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная, Том. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солерия? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Сальери за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик — это Дон Пепоне, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелло. Сальери был на ней шафером. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелло погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелло. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт более худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать.
А второй парень — отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбулле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Вини есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Вини за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Всем привет. Меня зовут Олег, вы на канале Chef Games. Да, в этот раз я что-то как-то быстренько нажал Enter и понеслось видео. Эй, красавчик! Да, мы. Ах, как жаль, что ты уже женат. О, он и не посмотрит а на я нас. Продолжаю. Он такой правильный. Если это все правда, мы сможем договориться. Легендарную мафию. Все так, Definitive Edition. Отменное. Нашим клиентам нужен высший сон. Город принадлежит. Ты бы видел это место прошлым вечером. И у нас с вами не менее интересная миссия. Я принесла тебе бутылочку колы. Как закончишь сегодня? Связанная с тюрьмой. Классная тоже. Мне нравилось тогда в свое время там по тюрьме побегать, повыносить с дробыша. Интересно, они собак там оставят в загоне или нет? Посмотрим. Продолжаем прохождение. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Так, да? Не знаю, как, что там дальше будет, но я сразу подготовлюсь, возьму, наверное, в этот раз, дробовик мне дай.
Вот. Хорошо. Аппарат знатный. Не знаю, на чей порог ты сегодня придешь, Том, но удачи тебе. Мне... О, Даш, отлично. Я хочу на этой тачке поехать. Вот это аппарат. Ой, да зачем я так сделал? Ну ладно, фонтан. Свой фонтан. Значит, тюряга, да? Тюряга, тюряга. Воу-воу-воу. Тут она какая-то неуправляемая, если честно. Есть минус этой игры по сравнению с первой частью оригиналом. Мне кажется, миссии Бертона просто вырезаны. Мне это прям расстраивает. Никакого промаха. Потому что вообще не дают никакого промежутка. Чтобы я мог съездить Бертона, да, допустим, и сгонять по его миссиям. Вообще не дает. И мне это прям грустно. Да, классно, конечно, картинка, все дела. Прикольно, прикольно, но... Могло бы быть, конечно, и побогаче. О, лесенка. Залезть. А. Наверное, мне как раз сюда и надо. Так, так, так. Get out. Уходи. Как я уйду? Мне надо завалить одного товарища. Так, что тут у нас? Там есть? Так, департамент полиции, уведомление о выселении, данным... Так, вы проживаете на территории муниципальной собственности города. Если вы не покинете территорию тюрьмы в течение 10 дней с момента получения данного удаления, офицер полиции, значит, вас принудительно вышвырнут пинком под зад. Конечно, если не боишься холода и всяких психов. Вы кто? Что за черти? Угу. Так, а ты кто? Как попасть внутрь? Ты из ратуши? Бродяг вам не веселить. Там их слишком много. Понятно. Ничего не понятно. Друг, иди сюда.
Погоди. А, ничего тут нет. Иду, я иду, братан. Да, давай. Вещай. Ты Антони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Интересно, очень интересно. Куда ты чё мне пометил? А-а-а. Эй, ты! Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Чё за прикол? Уйё. Так. На-на-на-на-на. На-на-на-на. Короче, срач. Ну чё, пойдём. О. Фу, какая гадость. Ну и такие места имеются. Опа, ты кто такой? Ну давай пообщаемся. Не видели мою крысу? Извини, братан. Твою крысу сожрали, видать, уже. Шухер, кто-то идет! Нет. Ты точно не один из нас. Тебе здесь не рады. Так. Предупреждаю, мистер. Ок. И чё ты хочешь? Ты стрельнуть в меня хочешь? Или чё? Или просто мне начистить морду? А-а-а. Какой ты. Хитрый. Ну, допустим. Тут, скорее всего, одна, наверное, дорога. Чё заморачиваться? Идём. Чё-то мне напоминает. Постели. Задний двор. Где там шахиды были. Так, найдите способ. Хорошо. А тут Скайрим. Да, прикольно. Ничего интересного нету. Keep out. Почему вы не оставите нас в покое? Кто говорит? Да мне плевать на тебя, мудила. Мне надо шишку поинтереснее завалить. Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Да не вопрос. Это ты, коп? Тут заперто. Ты не войдешь. Шухер, кто-то получил. Так. Ага. Процедура входа и выхода.
Начиная с сегодняшнего дня, персонал обязан действовать по следующему протоколу. Проверьте основания для посещения. Так, ну это... это все фигня. Аптечка. А почему у меня... ладно, возьму аптечку. Да, надо же. Заброшенную тюрьму. Ни черта не отключили от света. Вообще замечательно. Может, конечно, отопление работает и трубы разморозится. Все свет отключить. Фу, какая гадость. Собакон! Алкашня. Тебе нужна помощь? Мадам. Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Какая-то странная, мадам. Так, аптечка. Где аптечка? Видите, главное здесь. Так. Вы не видели моего сына? Не могу его найти. А вон аптечка. Проснулся, его нет. Где ты? Тут что? Да ничего. Да, это ребятки заморочились, конечно. С перерисовкой. А, уведомление о выселении. Все это... понятно. Так, опять кто-то негативит. Эй, это кто? Ты что ли негативишь? Да, иди. А, не. Так. Отличный ботинок. Снимай. Хотя, знаешь, мы тебе все... Ты чё? Получи. Сука, больно. Отойди! У тебя со мной нет шансов. Ладно, следующий. Только я и ты. Так, кто тут еще негативит, а? Кого еще вынести? Ну и че? Что-то я не понял. А куда дальше-то? Так, 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 так. Вот вообще сейчас непонятно. Отмените поселение. Будьте милосердны. Это место, все, что у нас есть. Прошу, мне больше некуда идти. А, вот. Так. Погоди, еще один. Не понял вот сейчас.
А этот... Бля. Да что такое? А этот что открывает? Целс, 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 целс. Что такое целс? Ага. Что здесь? Ой, журнал, ну конечно. Ради него только я тут старался. Ну бог с ним, пойдем. Так, найдите смотровую. Хорошо. Где-то здесь должна быть аптечка. Слушай, а зачем мне сейчас их использовать? Мне ж потом валить еще надо будет, так? Так. Так, непонятно. А что здесь? Я думал, будет больше народу. Еще. Еще журнальчик. А, ну в принципе то же самое. Все, я уже, наверное... Да, на башню пришел. Угу. Так, погоди. Ладно, бог с ним. С этими журналами. А здесь что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это ты взял? Зачем ты взял? Ну, взял, и что? Мне надо... Вот сейчас не понял. Извини, просто мне было очень надо. У нас будет еще... Убить его! Эй, красавчик! Эй! Сюда! Так, ну хорошо. Давай сразу. Разберемся с вами. Врезать тебе! Так сказать, пути отступления, да? Возьмем на всякий случай аптечку. И пойдем на башню. Я думаю, уже пора. Так, одна аптечка на всякий случай здесь есть. Воу, воу, воу. Так, место для стрельбы. А, по-моему, убегал я туда. Первой части. Ну, интересно, конечно, нарисовали. Но движника в первой оригинальной части было больше. Дэнджер, дэнджер, дэнджер. Бейте политика. Ну сейчас, погоди. Где снайперка? Так. Значит, говоришь, у меня одна попытка, да? Что, я думаю, можно уже, да, валить ее. На.
митинге Тёрнбула. Тёрнбул ранен. Выстрел со стороны старой тюрьмы. Покиньте тюрьму. Воу-воу-воу-воу! Это что сейчас было? Черт. Долго я был в отключке. Ага. Черт побери. Ну ладно. Пошли. Пока тишина, но это только пока. Труба. И на кой она мне? Это, наверное, если бы я не взял с собой оружие. Тогда она мне, может быть, и понадобилась. Журнальчик. Давай, журнальчик возьмем. Журнальчик возьмем. Кто там? О-хо-хо-хо-хо. Электрический стульчик, да? Ну-ка. Прикол. Прикол. Так. Опа, прочесть. Понятно. 21-го года. Это явно уже было давно. Ну чё, понеслась заваруха? Шеф сказал, он умер до прибытия скорой. Тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Карцеры. Короче, по стелсу, да? Стелсом. Так, куда я должен уйти? Вот сюда, наверное, скорее всего. Куда? Куда? Чё ты? Вашу Машу, а? Задерживайте каждого! Полиция! Это полиция! Тихо, тихо, тихо. Куда идти-то? На, так не пойдет. Так, ладно, там два полицая, попробуем их обойти. Гады, мы все равно вернемся. Здесь можно выйти? Нет. Черт, побери. Придется идти там, да?
Док. Как так-то, а? Ё-моё! Чёрт побери! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да ё-моё! Так, хорошо. Естественно, у меня уже аптечек тут никаких нету. Я уже все пожрал. Чё это? Ай-яй-яй. Ну да. Где? Так, покиньте тюрьму. Сдавайся! Ты окружен! Тебе не уйти! Вижу я оружие! Я полиция города! Тёрнбулл был достойным человеком! Слышишь? Достойным! Да что ты за... Воу-воу-воу-воу! Ладно. Ай-яй! Грёбаное прицеливание, а? Да, я такой. Следующий. А-а-а-а-а! Да ё... Так, не понял. Где? А, наверху что? Не вижу. А, вижу. Не маши пушкой в мою сторону. Давай. Да чё ты? Да задолбали, а? Где ты, пес? Внизу? Прям подо мной, наверное, да? Ладно, идем вниз. Ой-ой, да что ты, пилидурок-то, а, промахиваешься? Ладно, пошли. Здесь все. Куда я должен идти, я уже не помню. Опа, аптекан, аптекан, ты где? Аптечка, во. Навались!
Ага. Давай. Давай! На! 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 Давай! Следующий. На! Идиотики, а? Так. Не понял я. А где он? И бог с ним. Валим. Что-то я не понял. Да ё! А чё, я прям на пролом, что ли, пру, да? Пойдем. Все еще где-то поблизости. Ищите. Куда он делся? Мы нашли его. Идет пешком. Все, что ли? ФБР, я смотрю, уже, да, или кто они там? Чё, погоняем на черный полис? Давай. Всем машинам, всем офицерам, нужна ваша помощь. Вай-вай-вай-вай-вай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да блин, не успел. Жаль, а так все хорошо шло. Я сейчас на улице, по идее, должен быть, да? Имейте в виду, да. Установлено заграждение. Вперед! Воу-воу-воу-воу-воу! Что, пушкой мне угрожаешь? Пока меня не убили, ты не поедешь со мной. Ну, укрытие! Всем офицерам, нужна ваша помощь. Навались!
Задержите его поскорее. Заходи к нему сбоку! Так, ладненько. Вот это развалюха, вот это я понимаю. Он ушел, вернитесь к патрулированию, поймаем в другой раз. Поезжайте домой. Так, домой. Я тебя понял, а я хочу попробовать к Бертоне заехать. Получится ли какую-нибудь миссию замутить или нет? Да ё-моё, какая ужасная тачка, а? У меня вообще шины нет. А я думаю, что она не ездит, еще и шуршит, шумит. Трындец. Ладно. Поэтому она и не тормозит, да? Курьер, лост кавом курьер, еще краска не высыпает. Все закрыто, что и требовалось доказать. Ну понятно, скорее всего миссия с Бертоне, стоять, хотя ладно, поехали. Миссии с Бертоне оставили для свободной прогулки, возможно, не знаю. Твою же... Ты ж помри давай, а? Тачка вообще не тормозит. Без покрышек стрёмно. Газя, я вообще куда-то в другое место еду. Так я еду в свой, что ли, дом? Да хорош. И... Аппарат вообще огонь. У меня есть гараж.
А, прикольно. Да, о таком гараже я только мечтал бы. Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и 6 дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать.